подпишись на канал, поставь лайк на видео и нажми на колокольчик. Мы продолжаем. И сегодня в выпуске вы узнаете. В сети обсуждают слухи об измене глюкозы. Глюкозу заподозрили в интрижке с известным блогером. Глюкоза, она же Наталья Ионова, попала в пикантную ситуацию. В сеть попали слухи о ее интрижке с известным блогером. Говорят, что певица на днях была замечена на свидании в ресторане с Субханом Мамедовым. Слухи подогрела его публикация в Инстаграме. На фото запечатлена рука с такой же татуировкой, как у Натальи. Этот кадр Мамедов сопроводил изображением сердца и эмоджи, намекающим на некоторую интригу. Ионова воздерживается от комментариев на тему возможной измены мужу Александру Чистякову. Не исключено, что исполнительница стала жертвой пранка блогера, зарабатывающего этим себе на жизнь. Часть фанатов подозревает, что Мамедов каким-то образом подставил певицу. На это указывает и то, что фолловеры Мамедова оставляют в аккаунте Натальи сообщение с текстом «Просто субо». Не исключено, что пара на самом деле встречалась для обсуждения какого-то общего проекта. В любом случае, эта история наверняка получит продолжение, и публика узнает, какие отношения у Натальи с блогером на самом деле. Чистякова Ионова пока не прокомментировала слухи о романе с блогером. В сети и раньше появлялась информация о том, что у Натальи и ее мужа Александра сложности в супружеской жизни. Паре несколько раз предрекали развод, однако пока эти слухи не подтвердились. Год назад, к слову, в СМИ активно обсуждались слухи о возможном разводе певицы. Тогда пресса бурлила сообщениями о том, что глюкоза якобы поймала супруга на измене. Позже звезда подтвердила, что у нее с мужем был серьезный кризис в отношениях. Однако им удалось преодолеть все трудности и сохранить семью. Они продолжают вместе воспитывать двух дочерей – Лидию и Веру. В январе артистка посвятила своему мужу трогательную публикацию в сети, в которой призналась ему в любви. А что вы думаете сами по этому поводу? Напишите, пожалуйста, свой комментарий под этим видео. Спасибо за просмотр и приятного вам дня!